Паш! О, ты смотри, опять не потеряйся. Слышь, так и заблудиться легко. А карты острова-то у нас нет. О, слушай, стой. Стой, подожди. Может, правда, составим карту острова, а? Как думаешь? Ну, что ты молчишь-то? А, ну да, ты уже у нас не разговариваешь. Или все-таки разговариваешь, а, Паша? Ну, пошли. Пошли, пошли домой. Вадим, дело есть к тебе. Ну? Давай. Карту острова нужна. Карта острова? Ну да. Сможешь сделать? Ну, в принципе, смогу. Я там в комоде бумагу увидел, карандаши. Можно набросать. Конечно, погрешность будет большая, масштаб неточный. Для чего тебе карта? Боишься заблудиться? Сокровища будем искать. О. Ну, а если серьезно, а? Хочу досконально изучить остров, чтобы найти человека, который на нас нападает. Надеюсь, он знает, как отсюда выбраться. Вы не спали сегодня совсем? Полагается спать дважды в день. Ну ладно, что так трястись-то надо мной? Я ведь здоров. Вовсе нет. Это обманчиво. Болезнь может дать свои осложнения. А бывает еще так, вторая волна. Человек вроде выздоровел, а болезнь возвращается. Чего ты хочешь от меня? Я? Да, ты. Ты так яростно меня выхаживаешь, хочешь, чтобы муж ревновал? Слушайте, поболеть еще немного. Что вам стоит? Это красивая женщина, знаешь об этом? Да. Припоминаю. Смутно. Да, некоторые вещи в жизни припоминаются только смутно. Как будто бы их и не было. А у вас там кто остался? Остался? Ну да, в Москве. Жена, дети. Приятного. Спасибо.
Здесь не так уж и грязно. На обороте адрес. В конверте аванс. Работает на текстильной фабрике. На вторую смену. Домой возвращается примерно в одно и то же время. Около 11 вечера. Только мне нужно будет доказательства. Могли бы об этом не говорить. Напугали? Я больше за вас испугался. А вы помните в фильме? В джазе только девушки, там Лемон и Кертис тоже сумочками воевали. Да вы посмотрите. Представляете, каблук сломался. О. Ваша? Наша. Вообще-то, вы знаете, у нас очень спокойный двор. Не, ну честно. Здравствуйте. Здравствуйте. Да не бойтесь вы, я вас защищу. А собаки кусают только, когда их боишься. Они чувствуют. Наверное, замок заело. Дверь не открывается. К счастью, у меня никого нет. Почему же к счастью? Потому что привязанность – это слабость. Слабость и страх. Вам не хворать. Мы идем в экспедицию по острову. Я, Вадим, Лидочка и Катя. Я болею. Ты решил спросить у меня позволение? Что? Ничего. Обидно. Что? Что в этой комбинации я всего лишь объект для ревности. Вы бредите, больной. Ну вот, наша поляна, бунгало, хижина, каменная бандура. Вот от центра этой поляны и будем плясать. Что значит плясать? Здесь шаги, но в том направлении. Ну что, пошли. Угу.
Раз, два, три, четыре, Паша. Пять, шесть. Паша, не отставай! Я за ним присмотрю. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Вот так потихонечку с ума и сходят. Ну, с ума сходят от безделия. А у нас, слава богу, все заняты делом. Мне нужен отвар. Все выпито. В смысле выпито? Вы что, выпили отвар для больного? У нас тут еще один больной. Ему очень плохо. Ну, заварите другой тогда. А что ты командуешь-то? Сначала твой муж командовал, теперь ты. Я не прислуга, чтобы мною помыкали все, кому не лень. Полностью с вами согласен, Марья Ивановна. Я бы на вашем месте помолчала бы. Знаете, а вам до моего места, как пешком до солнца. Маш, ты чего, завари траву для больного? Кому надо, тот пусть и заваривает. Ну, нормально, сейчас заварим. Ну, ладно тебе. Я заварю. Спасибо. Какая там муха укусила нашу фермершу? Эта муха называется Савелий Тимофеевич. Думаешь, до такой степени заразен? Не то чтобы заразен, но воняет страшно. В китайском языке есть иероглиф «большая неприятность». Он рисуется так, что две женщины находятся под одной крышей. А представляете, у нас здесь 6 женщин. Ой, подожди, Петь. Ну, это вроде... Это не наш вроде. Господи, к нам приехали-то. 5-й нажми. Сынок. Мам. Здравствуй, здравствуй. Здравствуй, Роник. Сынок, иди сюда. Здорово, как уже ты здоровый стал, а? Извините, что мы без приглашения. Да ничего страшного. Проходите. Мы там где-то... Алла! Сок. А, варенье привезли, вам сразу в холодильник оставьте. Сынок, там еще внизу мешок картошки. Поможешь? Хорошо, давай. Ты проходи, мам, проходи. Здравствуй, Алла. Здрасте. А мы вот варенье вам разного привезли. А чего врань такую-то? Рано выехали, рано приехали. А на позже не было билетов. Так это ж мы специально пораньше-то решили, чтобы застать до работы. Доброе утро. На студийных часах 8 утра. Я же сказал, прием завести после обеда. А до обеда заниматься ковролином прихожей, что не ясно. Да я понял. Дверь поставили? Хорошо. А плитку Марина завезли? Так надо было договориться. Пускай теперь сам тащит. Я не знаю, мне заказчица уже всю плешь проедет. Сынок, иди пока сырники горячие. Ну все, давай. Зай, давай быстрее, я уже опаздываю. Иду. Все, мамуль, пока. Пап, пока. Ну ты что, опять без завтрака, что ли? Ну, мам, не успеваю я. Подожди. Бутерброды с собой возьми. Вот. А, да, спасибо. Давай. Ну, давай. Давай быстрее. Унитаз не забудь. Не забывай, что уже буквально через несколько часов вас ждет розыгрыш путевки. Идите на двоих, не пропустите. Что за жизнь такая?
Вечная спешка. Город. Сколько они у нас еще гостить будут? Зай, ну перестань, ну это же родители. Скажи им хотя бы, чтобы они так рано не вставали. Я не высыпаюсь, у меня квартальный на носу. Да ладно, Ал, ну что ты, не сердись, а? Тише ты. Петь, у меня идея. Давай в магазин сходим. Давай сходим. Маша! Маш! Вы не видели? Ну, там такая, у нее коса еще. Вы не видели, у нее коса такая, нет? Маша! 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 А вот и мы. О, здорово, детки. Как на работе? Нормально? Нормально. Да. Мы тоже работаем. Сам-то как? Фу. Чем пахнет? Вась. Че? Па, ты что делаешь? Как запах? Вкусно пахнет. Нормально пахнет. Тушенку, сынок, тушенку. Зачем, па? В магазине продуктов полно. Тоже в магазине, а это своя. Ну ты даешь. Василий! Мам, ты чё? Да чтоб не дуло. На следующей неделе морозы обещают. Мам, а? Это пластиковые окна. Их не надо заклеивать. Чё, не надо? Нет. Пластиковые не клеят? Вот, требуется охранник. Ого, 22 тысячи. Сутки через двое. 25-35 лет. О, вот. Сторож. 7 тысяч. Ну, про возраст ничего не пишет. Да ну, Петь. Дешевле дома сидеть. Па, а ко мне на работу пойдешь? А возьмешь? Мне уже 51. У тебя руки золотые. Да вот и хорошо. Ну, не могу я без дела сидеть. Я бригадиром в первую смену, а ты во вторую. Договорились? Что это за банки в коридоре? Это я огурчики закрыла и повидло яблочное. Вась, убери, пожалуйста. Пройти невозможно. А куда? Как куда? На балкон. Нет. Нет, на балкон нельзя, помёрзнет всё. А, ну, может, тогда в спальню под кровать, а? Ну, очень хорошо. Нужны мне эти банки под кроватью. На балкон, я сказала. Нет, нет, на балконе холодно. Да какое холодно? В прошлую зиму всё стояло и нормально. Вась. Лучше под кровать. Так, не нужны мне банки под кроватью. А. Зай, ну перестань, ну мама же лучше знает. Конечно. Мамочка лучше знает. Ань, а может на балкон? Ну что на балкон? Ну что на балкон? Помёрзнет всё. Thank you.
Вижу, тебе получше. Да. По 3 глотка каждые полчаса. Выжимка из этого листа днем, выжимка из этого вечером. Не перепутай. Я помню все. Это можешь пожевать. Ага. Это просто красиво. Ну, а что там высшие силы про меня-то говорят? Какие прогнозы? Ну, высшие силы за тебя спокойны. Я рад. А про остров-то что они говорят? Говорит, что все знает, сама села на тонущий катер. Существует какой-то момент, когда ты поступаешь так, как должен поступить, а не иначе. Да, а если поступаешь иначе, а не так? Тогда все переворачивается. Никуда не идет. А почему идет? Только в другую сторону. Извините, это слишком сложно для блондинки. Для меня тоже непросто. Я знала, что вы вернетесь. Я загадала. Угостите меня чаем. Конечно. Проходите. А у нас чай есть? Откуда здесь чай? Ну да. Клубничная и сливовая. Запах лета. Дача. Веранда, залитая солнцем. А вы видели барышню из Вилько Анджея Вайды? Нет. Да у вас тут целый киноклуб. Кино – это моя страсть. Наверное, если бы у меня был свой кинотеатр, я бы в нем жила. Вам какое варенье? Любое. Я вспомнил. У меня диатез. Вы очень смешной. А у меня есть мед. Спасибо. Да, вид у вас. Как будто в самом деле с высшими силами пообщались. Просто задумался. Я не лучший собеседник для высших сил. Это, конечно.
Вы же заметили, что высшие силы выбирают себе для бесед, как правило, либо старух, либо безработных. Дают им неожиданное прозрение, ну и заодно кусок хлеба с маслом. Вот ты прежняя, что ни слова, то яд. Извините уж, какая есть. Но к гадалке ходила. Слышал. Минутная слабость. Гадал на мужа, верно? Не ваше дело. Ну, даже если у него и была женщина. Теперь-то он твой. Можешь успокоиться, Элизабет. Ну, что ты молчишь, как придурок всю дорогу? Я был придурком, когда тебе все рассказал. А ты меня сдала. Это я тебя сдала? Нет, бабушка твоя. Про сокровище азиата он как узнал? Я не знаю, он мог сам догадаться. Врешь. Слушай, зачем мне нужно было это делать? А я не знаю. Но ты рассказала, факт. От меня ты больше ничего не услышишь. Ты думаешь, один здесь самый умный и можешь понять, что происходит на этом острове. Андрей, кстати, первый сказал, что на острове кто-то есть. Сейчас у нас ответственный момент. Какой? А? Вот. Что вы делаете? Намагничаю. Зачем? Сейчас увидите. И с вашими волосами удобнее будет. Пожалуйста. Да? Да, можно. Да нет, ну я же уколю. Сейчас. Все, готово. Теперь ждем. Вот. Север там. Запишем? Обязательно запишем. Имеет смысл посчитать все по периметру. Но это долгая работа. И что, в результате получится карта? Да, вроде того. Так интересно. Конечно, интересно. И я люблю свою работу. Это, конечно, не бизнес. Денег много не приносит. Ой. К сожалению, бизнес приносит не только деньги, но и проблемы. Однако, все эти проблемы можно решить с помощью денег. Здравствуйте. Я из полиции. Мне бы хотелось задать вам пару вопросов. Пожалуйста. Вы что-нибудь знаете о затонувшем рыбацком судне с туристами? Да, конечно. На нем были русские. Очень шумные люди. Знаете название судна и капитана? Я всех тут знаю.
Он очень торопился. Сказал, что у него срочный рейс. Этот идиот вечно куда-то опаздывает и вляпывается в разные истории. Вы знаете, куда он ушел в рейс? Откуда я знаю? Разве он когда-нибудь говорил мне об этом? Уходит, когда ему вздумается, приходит, когда захочется вернуться. Сволочь, одно слово. О детях совсем не думает. Как вам не стыдно? К нам пришел гость, а вы копии своего папаши. Желаете дополнительные услуги? Массаж, караоке? Бутылку виски. Поворот. За мной только она следила, а теперь еще и он. Спасибо тебе. Ты раньше молчал как дурак, теперь разговаривает тоже как дурак. То есть, Пекельмиш, давай поговорим. У нас там внизу женщины есть. Ты, я с миром пришел. Давай просто поговорим. Ну, ну что ты? Ну. А ты как? О, нас тебя разбил. Спасибо тебе, большой герой, что спас. А вообще, конечно, если б не ты, я бы сейчас еще немного искрутил и в бунгало бы отвел. А теперь ищи свищи его по острову. Видите, а дальше береговая линия делает изгиб. Сколько у нас там было? 183 ваших шаг. Значит, дальше считаем по 10 шагов, чтобы точнее зафиксировать изгиб. Ага. Пошли? Да. Вадим, а можно я? Можно, конечно. Главное, чтобы шаг совпадал с моим. Хорошо. Замеряйте. Ага. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10. Все, 10. Вадим, а куда ребята делись? Паш, ну хватит шифроваться. Я знаю, что ты умеешь разговаривать, даже очень неплохо. Я случайно подслушал твой разговор с Катей. Ты рассказывал про азиата и... Кстати, ты там еще про фотографию говорил, где она? Да... Ну не бойся ты меня, я тебя не выдам. Я уже тебя не выдал, понимаешь? Ну... Как ты не понимаешь, а? Ну этот азиат – единственный шанс наш выбраться отсюда. Что? Ну, наверное, он ее недавно откопал. А? Как думаешь? Пошли. Вон здесь они! Господи, как я волновал. Ну куда пропали-то, а? Да он на дерево залез, слезть не мог. Табличку нашел такую же. Вот я посмотрю. Да. Ну да, да. Ну а что тут? Без Вероники не разберешься. Да, вот так вот и начнешь верить в пиратов, в сокровища всякие. Я тетрадку забыл на камне. Я сам все забыл. Да, подожди, подожди. Да я сама сбегу. Я ее здесь оставила. Карандаш тут. Капитан исчез. Видимо, узнал, что мы арестовали гида. Это скорее плюс, чем минус. Значит, мы на верном пути. А что нового говорит гид? Ничего, все одно и то же. Забился в угол и причитает, что не виноват. Что будем делать? Объявим розыск капитана. Ориентировку разошлите всем постам и всем патрульным машинам. А вы знаете, что шоколад очень вреден? Вот данные по пропавшему русскому Андрею Каморину. А вот с девушками ты обращаться совсем не умеешь. Алло. Я все сделал, как договаривались. Обломки катера нашли. Вещи и документы в полиции. Когда я получу остальные деньги? Хорошо, спасибо. Паша. Как ваши успехи? Мы потеряли карту. Но это ничего страшного. Я помню все цифры. Слушай. Мы ведь восстановим ее? Конечно. Слушай, мне нужно
8 бамбуковых. Что здесь написано? Ничего не найдешь. Смирись. Спасибо. Устала? Да, мы тут развлекаемся, как можем. Я что-то не то сказал? Да нет, все нормально. Твоя жена красавица. Ну да. Но для тебя она просто доктор. Ну, ты знаешь, если бы Элизабет была уродкой, я бы загнулся. Приятно было. Что? Перебор? Да, перебор. Я тоже так думаю. Все, отказываюсь быть симулянтом и красной тряпкой для быка. Вам нужен постельный режим. Да, а я хочу спать под звездным небом на тюфяке, а эту кровать могу предоставить вам. Что? Что? Тебе и мужу. То мне забодали уже ваши неуклюжие брачные игры. Все, больница закрыта.